Не знаю, как вы, а лично я больше всего люблю купаться в море. И оказывается, этим я подвергаю себя опасности. Здравствуйте, с вами Павел Дикон и программа «Евразия. Познаем вместе». Морские купания делают организм более уязвимым к инфекциям, утверждают ученые. После пребывания в морской воде меняется состав микробиома кожи. Это, в свою очередь, увеличивает риск подхватить инфекцию от желудочно-кишечных до респираторных. Исследователи отобрали 9 добровольцев, которые не принимали антибиотики за последние полгода и не купались в океане в течение 12 часов. Участники эксперимента также не должны были пользоваться солнцезащитным кремом. Образцы микробиома кожи брали до погружения в воду, затем через 10 минут, 6 часов и 24 часа после купания. Изначально у всех людей сообщества кожных микроорганизмов были разные. Однако после купания они стали похожими. Так, у каждого участника эксперимента были обнаружены бактерии из рода Vibrio. К этому роду относится возбудитель холеры. Ученые подчеркивают, в защите организма от инфекции важную роль играет именно микробиом кожи. Когда родные бактерии смываются соленой водой, их место занимают вселенцы из океана. Тогда способность организма противостоять патогенам снижается. Еще больше интересного на нашем портале мир24.тв. Оставайтесь с нами вместе, всегда интересно. Русское географическое общество представляет. Холодное и могучее. Оно омывает берега России и Японии. От Тихого океана его отделяет остров Хоккайдо, Курилы и полуостров Камчатка. Оно раньше так и называлось – Камчатским. А потом было переименовано по названию одной из рек, впадающих в него. Это море еще и невероятно богато нефтью, рыбой и морепродуктами. В 1639 году первым из европейцев это морское сокровище отыскал простой русский казак. Как его звали и что это за море? Любишь ли ты Москву, как любит ее мир? Покажи нам! Выбери любимое место в Москве, сфотографируй его и загрузи фото с хэштегом «Мир Москва» в социальные сети. Выиграй фотокамеру, которую мы вручим тебе на празднике Дня мира в День Москвы. Подробности на нашем сайте. Thank you.